Сегодня 21 февраля, Всемирный день экскурсовода. Не заблудитесь в эфирном пространстве Первого краевого на этих выходных. А вы уже решили, кем он станет? Конечно, физиком. Ученым. Музыкант. Однажды под Новый год фотокорреспондент Гоша познакомился со странным старичком, который представился изобретателем. Последнее свое изобретение он держал в чемоданчике и охотно определял с помощью этого прибора область и степень одаренности каждого желающего. Гоша старичок предсказал судьбу клоуна, но тот не поверил и, вопреки рекомендациям, стал журналистом. Поймет ли главный герой, в чем ошибка, узнаем сегодня в художественном фильме «Как стать счастливым» в 21:00. Это Питер. Мой товарищ вышел на прогулку. Он сидит на скамейке. С журналом в руках. Действуйте по плану и не нервничайте. Легко вам говорить так. Фильм посвящен судьбе советского разведчика Дмитрия Быстролетова. Он вербовал агентуру по всем направлениям разведки в Азии, Америке, Африке и Европе. Мастерски справился со знаменитой «Кембриджской четверкой» во главе с Кимом Филби. Разведчик умело добывал дипломатические коды и шифры Австрии, Англии, Германии, Италии и Франции. В том числе контролировал личную переписку Гитлера и Муссолини. Как ему это удавалось, спросите вы. Ответ в премьерной серии документального сериала «Поединки. Вербовщик». Первая серия сегодня в 19:35, а также в воскресенье в 19:35 на Первом краевом. Уже 3 года длится блаженная послеведенеевская эра. Виктор Свиридов прибыл из провинции в столичный институт, чтобы осуществить смелый научный проект. Однако без поддержки старого друга у него нет шансов. Из-за непростого характера большинство членов ученого совета настроено против провинциала. Аналогичная ситуация складывается и у жены старого друга Нины, защита диссертации которой под угрозой срыва. И теперь Алексею предстоит сделать сложный жизненный выбор. Кого спасать, жену или старого друга? Заинтересовало? Смотрите художественный фильм «Незваный друг» сегодня в 14:30. Теперь, если вы позволите, приступим к чтению завещания. Кабаре «Голубой попугай». Кабаре магических ночей. Его владелец Габриэль умирает, и на дележку наследства слетаются 2 его жены и родственники. Оказывается, весь бизнес он завещал своим крестным детям Нина и Мариане, отец которых был взят под крыло Габриэля, когда ему исполнилось 15. После оглашения завещания судьба синего попугая находится в их руках. Останется ли кабаре таким же атмосферным местом, увидим в воскресенье в 21:00 на телеканале «Енисей». Вот эти бездушные механизмы, тоже они все завязаны в одну сеть, управляются автоматически с кресла. Все настройки в автомате. Эти рычаги только для ручного управления, а все управляется с кресла. Документальный сериал «Платформа» посвящен уникальной плавучей буровой установке «Полярная звезда». Команда должна пробурить скважину и добраться до продуктивного пласта, где скрыты огромные запасы газа. Условия очень тяжелые, но нельзя выбиваться из жесткого графика. Документальный сериал расскажет о сильных людях, ведущих разработку Киренского газоконденсатного месторождения. Смотрите в субботу и воскресенье в 17:30 на телеканале «Енисей». 22 февраля 1630 года английский колонист впервые пробуют попкорн, которым их угощает индеец по имени Квадекуайн. Не бойтесь открывать новое вместе с телеканалом «Енисей» на этих выходных.